Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, кто-то Маркмир и Эрорка. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, скажите здрасте. Всем привет. Здрасте. Привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас рубрика «Какой аниматроник самый крутой?» Первый у нас Эндотрап. Так, что он может? Он может ходить. Он может ходить назад. Он может ходить вперед. Он может ходить в бок. Он может ходить в другой бок. Классное он описание. Может он может как отжиматься, упал, отжался. А ну-ка еще разок. Как-то странно он падает. А какие у него есть режимы или что он может? Звуки издавать конченые. Режимов нет, но есть музыка. Так, погнали. Ой, прикольно. Сразу стоп-саунд заготовим на всякий случай. Да-да. Мне понравилось, дальше. Он может ползти, а именно артефактами. Очень странно, мне кажется, этот пилпак еще не допилили, но уже смотрится очень классно. Как-то руки в боки. А ну мочи. А ты меня не убиваешь. А, убиваешь, убиваешь. Все сходится. Так, я понял, какой у него скример, просто шипение. Так, следующий у нас кто идет? Игнайт Спринтрап. Он, у него есть вторая фаза. Такс. Ну, типа, фаза ярость. Как-то он странно ходит. А чё он так ходит? Это наш так? Я с работы так иду. Побежал, побежал, побежал. Ну, средняя скорость. Пойдет. Нифига себе средняя, нормально, он быстро бегает. Может ползти. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Что этот пилпак вручную сделан. Эта анимация, ну, некоторые прямо классно сделаны. Я их нигде ни разу не видел. Особенно вот в эту вот. Когда он ходит, и голова так как-то назад, и руки за спину. И ноги дрожат, когда ты идешь. Так, у него есть какой-то другой режим? Нету? Ну, прикольно, махает. Начальный есть, и все. А он на контрол что делает? А, просто за бошку держится? Воу, прикольно, ну еще раз нажми. Он фу, блин, он показывает, что у него под маской. Там просто как-то кишки. И звук такой прикольный. А ну мочи. А ну что, давай. Он умеет издавать звуки и в первой стадии, и во второй. Да. В первой он смеется. Так. Во второй уже музычка есть. Страшная. Давай. Ну это какие-то не, скорее всего, звуки, не музыка. Ну. А вот, я слышу. Пошла. Они у всех музыки такие, знаешь, нагнетающие, хоррор. Так, мы да. Поняли, скрипки какие-то там упашат. И на этом он исчерпывает себя. Следующий у нас Найтмэр. О, кстати, там картинки нету и не знаешь, какой будет. Какой здоровый. Эй-эй-эй, легче, легче своими клешнями. Иди сюда. Прикольно. Умеет быстро бегать. Ну довольно быстро, да. Очень быстро бегает. Он страшный. Не, мне кажется, они бегают одинаковости. Воу, круто, ребята, вообще сильно. И глаза так вертятся. Опа, и накидывают маску, как очки. И умеет мочить. Давай, мочи. Ну-ка. Не мочь. А, в притирку, наверное. Он не мочит. Нет, это он замочил. Все, есть, есть скример. Шипение. Так, дальше кто у нас? Я не знаю, кто произносит. Скорч трап. Правильно? Okay. Ну верно, да. Да. Скотч трап, во. Так, руки нету у него. И еле-еле из-за этого ползет. Такой черный весь какой-то мужик. Он, наверное, сгорел. Видимо, авто на твое получается похож. Да, он, наверное, походу сгоревший. Побежал, побежал. Кстати, у всех звуки, когда бегают, разные. Ты заметь, когда он бежит, у него маска открывается. А ну-ка. Да, еще раз посмотрю. А, да-да-да-да. Ребята, не забываем подписываться, ставить лайкосики. Ролики выходят каждый день. Мы стараемся. Так, он, сел. Вторая стадия, это садится. Как просто, у него ноги похожи на ласты. Прикольно. И чё? О. Круто. Прям громко говорит так. Все? Да. Мочи. Забыл. Обстоятельства, давай. Нет, он не мой. А, не, он мочит, но они как-то не сразу, да, убивают? Так. Дальше идет Синистер Спрингтрап.
Блин, он такой крутой. Ты посмотри, что он сейчас будет делать. Так, смотрим. У него на одной руке такие пальцы, это очень стрёмные. У него зубы есть на внутри, посмотри. Угу. А ну ходи, такой звук классный, когда он ходит. Да, слышите, прям на всю пиццерию раздается. Его ре... А ну стой, а ну ходи, я отсюда услышу тебя. А ну ходи, ходи. Нифига себе, тебе слышно в офисе, как ты ходишь. Бегает очень быстро. А ну. У-ху-ху-ху, Формула-1 отдыхает. А что такое быстро? Это какой-то вообще, как знаете, босс. А сколько у него жизней? 10 тысяч. У всех по 10 тысяч, да, было? Да-да-да, у всех. Потому что многие могут потом написать в комментах. Ребята, не забывайте еще в комментах написать, какой аниматроник больше всех вам понравится. Ну, я думаю, что... Пока мне этот больше всех нравится, этот крутой. Воу, прикольно, когда мочит такой звук. Вот так, это, уже другой сидит. У него есть три стадии. Первая — это вот такая полусидящая. А как его зовут? Спринг Скрэп. Спринг Скрэп. Да, можно и так. Погнали. Умеет вот так вот шевелиться. Это как дурачок. Угу. Умеет издавать музыку. Крутая музычка. Дальше. На пробел ничего не делает. На control тоже ничего не делает. И умеет превращаться в третью стадию. Опа. И также у этого аниматроника есть такая фигня. У него есть таймер убийства. То есть, если ты никого не убьешь за определенное время, ты просто-напросто отключишься во вторую стадию. И сколько так надо сидеть в этой стадии? Ну, где-то примерно 10-20 секунд. Блин, я уже придумал режим с этим аниматроником. Ну ладно, не будем спойлерить. Так. На F ничего не дает. На пробел тоже. Ctrl. Во, можно Ctrl садиться может... в этом режиме. Да. А ты можешь на нем ездить в этом режиме? На жопе нет. Ездить, нет? А, блин, было бы прикольно. Так, и чё, и все? А звуки какие-то. Кстати, обрати внимание, у него крючок. Это чё, Фокси, что ли, украл он? Это... У него, кстати, есть части от Фокси. На руке, на ноге. Часть мангл прям в животе. Да-да-да. И чем-то вот проблюдается у него на ноге, как у Scrap Baby, есть такая штука. Бегает. Побежал. Быстро. Ого. Такой звук ластый издает, когда идет. Тебе надо там, короче, подсмазать немножко. И рука так болтается. Чё, мочи. Офигеть. Ну, скримеры офигенно. Оп. Такой добрый. Ля-ля-ля. У него ноги от Фредди. И смотрите, как он ногой делает. А я стою, смотрю на вас. Это часть Фредди у него верхняя, да? Чё такой добрый? По сравнению с теми он такой добряк. Такой новенький. Прикольно, как я смеется. Умеет музычку издавать. Да, добрую такую. Не злую. Ну, потому что это только первая стадия. Так, а ну давай показываю дальше. О, посмотри, как он ходит. А я иду, гляжу по сторонам. Это, кстати, добрая стадия. Да как охранник он такой. Так, как... А давай злу... Опа! А я бегу! Так прикольно, легкий бег. Куда мы бежим? О, смотри, вот это уже он какой-то, он злой немножко. А ты можешь звуки издавать в этом режиме? Воу, головой не крути. Круто. Музычка уже довольно нагнетающая немножко стала. Ну да. Умеет вот так вот откидываться. О, а ты можешь ходить в этом режиме? Нет. Блин, было прикольно, если бы ты еще ходил, как вот тот аниматроник. Это типа статичный режим, починить его там, допустим, или что-нибудь. Я понял. Во. Умеет очень быстро бегать. Ну нифига себе, он псих. А сколько у него, тоже 10 тысяч жизней? Да, у них у всех 10 тысяч. Все, ну а вдруг, знаешь, там на дурачка. Кто-то там на ремонты делает. Так, что дальше? Вот. Мочить он может вообще? Да. Мне кажется, он и мочить не может. Нет, он может, только у меня что-то. Не, он добрый, он не может. Во, прикольно. А ну давай еще раз, тут ты меня не убил. Все, замочил, есть такая буква. А есть. О, вообще классный. Вот этот вообще самый. Ой. Такой добрый. Ну не злой. Бонни версия 9.
У него есть небольшая пасхалочка, но это немножечко дальше. Умеет дрожать. Прикольно. Значит, как девочка хочет. Стоит. В туалет хочет. Угу. Вот. Звуков не умеет издавать, я так понимаю. Да, не умеет. Умеет просто ходить. То есть тоже, первая стадия — это добрячок. Такой классный, да, проходняк. И есть у него, то есть у него три стадии. Вот она вторая. Во, у него, кстати, глаза поменялись. Это уже, получается, злой он стал. Эй. У него внутри там этот фиолетовый парень, походу. Офигеть, слышите звуки? Просит помощи! Внимание, уши. Классный звук, мне нравится. Угу. Умеет издавать музычку. Ту же самую, что и скрэп спринтрапа. Такая тревожная. На контрол он ничего не умеет. Ползти тоже не умеет, но я с ним пенен труп. И может переключиться в третью стадию. Нифига себе, он вообще другим стал. Это уже спринтрап. Круто! Крутецки просто. Умеет ходить. Чё еще? Умеет также ползать. Но неудачно. Неудачно ползает. Умеет бегать. Очень быстро. Побежал. И, кстати, руку опять вперед вытягивает, как бы за шею схватить хочет. Посмотри на меня сейчас же. Так, из всех мне этот больше всех нравится. Как его зовут? Это Спрингтрап. Его нет в получении, но его можно только получить через Спринг Бонни версия 9. Понял. Во. Ну чё, а ещё там, умеет... ушастый? Умеет убивать. Ну мочи. Да, есть такое. Есть Спрингтрап. Он немножко другой. Он умеет вот так вот ходить. Я вижу, он ногу тягает за собой. Умеет вот так бежать. Как-то нереалистично он бежит. Ногами машет сильно, а бежит еле-еле, как в мультиках. Согласен. Нифига себе, музычку лупаши. Дальше. Умеет издавать, не знаю, дыхание, наверное. Да это себе знать, что вот я уже рядом. Жди смерти. Да. И умеет ждать. Присядь, посмотри. Так, рассказывай, что там было дальше? Ну, даже не знаю. А ты можешь, Лё, и все, у него есть еще какие-то возможности? Может, ползать. Я просто хотел проверить, можешь ты лежа убивать? Может. Да, просто может. Всегда было интересно, мы лежа как-то не мочили раньше никогда. Дальше... Style the Springtrap. Такс. Просто обрати на него внимание. Он очень деревянный какой-то, такой пошарпанный весь. Очень-очень такой старый, кажется. Звуков не издает, к сожалению. Да какие звуки, там уже в нем ничего нет, все поломало. Поломалось. Умеет ползать, умеет лежать. Умеет быстро бегать. Ну не так быстро, как те другие. Согласен. Ну быстро. Короче, заметил, они только вблизи бьют, на расстоянии не хотят. И последний. Wizard Spring Bonnie. Он... Крови. Да, весь в крови такой пошарпанный. Дырявый весь какой-то. Видно, что прошел войну уже жесткую прям. Одни ноги зеленые, вверху желтый весь. Умеет сидеть. Прикольненько. Зато прикольно поплюхается. Угу. Аж глаза закатываются. Умеет быстро бегать. Так. Нет, я считаю медленно. Да, это очень медленно, это не быстро. Ну, как-то так. Обычный человек от него смеется. Мочи спать. Меня. Не? А чё, давай вот так в притирку. О, только вблизи, на расстоянии не бьет. Ребята, хотели мы в этой серии показать еще аниматроника Five Nights at Candy's 2, но по времени мы не успеваем. Если вы хотите, чтобы мы записали следующий ролик с этим пилпаком, ставьте плюсик в комментариях. Ну а если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!
Стереша.